как дела у самого лучшего стримера? Диман, я не знаю, я с Хесусом давно не связывался. Всех не пересабить. Кстати, про Хесуса. У него, по-моему, вчера 900 сабов кто-то сделал. Подарок на 900 сабов. Ну, серьезно, я не шучу. По-моему, это так было, мне кто-то писал. Вы знаете, что он больной сидит, да? Ты им говорил? Конечно. Не говорил. Говорил. Не говорил. Говорил. Привет, чат, привет. Вы знаете, что она больная тут стоит? М? Она говорила это? Вообще куда ты пошла? О, пошла речь сразу. О, смотри. Да, прикольно. Подозреваемый пытается скрыться. Я здесь! В порядке! На помощь! Мой датчик звука улавливает крики неподалеку. Наверное, за дело. Бутылка воды. Спасен. Боже, я спасен. Я спасен. Вот так оно и работает. Кто боялся, что типа я умру, вы просто недоброжелатели. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Зачем я это сказал? Я еще думаю такой, подожди, там же есть кислород. Относится ко всему непонятному. Это может и звучит безумно, но нам и правда нужна их помощь. От этого зависит весь наш план. Блять, тут есть русский язык. Luckiest man in the world. Спасибо за 8 месяцев. Умён, да. Хорошо. Бармалей пишет, спасибо, что вернулся ради меня. Бармалей, у тебя проблемы, да, какие-то по жизни? Я как не заходил на стрим, ты общался с записью. Постоянно сидел и общался с записью. То есть, ну, типа там написано, что это вот, что это премьера, а ты писал стримлеру, что ему делать там. Типа, у тебя все хорошо, ты напиши, если что, мы тебе поможем. Чат у нас, в принципе, сердобольный. Следовательская станция. Мне нужно торопиться. Надо попасть внутрь. Да в смысле? Камон, не может такого быть. Я же, блин, четко прыгал. Хотел красиво приземлиться. Достичь невозможных целей, например, убить Человека-паука. Ты почти согрел мне душу, Илья. Тюрьма пошла тебе на пользу. Куда ты застрял? Где ты бегаешь? Я в текстуру улез. Ну охереть. Вылези, паук. Ломбах отдалось. Япона, мать. Что ж делать-то? Не стреляй. Я застрял. Чего, что он пойдет посмотреть, в чем дело. При этом на того, как Клэп появится вопросик или восклицательный знак. Угу. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, господи. Ничего, не важно. Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. Норман и Соболь, как вовремя. Найти бы этого инженера. Сори в карман. Стелс, я не знаю. Я не знаю. Я облежу тебя. Дефайлент, спасибо за 3 месяца. Вражеский огонь. А, меня ранили. Ну что ты делаешь? Камон. Не-не-не-не, не в том смысле кончено. А.
Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? Ой, все. О, да ты что? Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм, звучит знакомо. О, финдиректор Аскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Серьезно? Пошел такой. Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Питер, такой медленный газ. Минус. Прикрой меня от него. Ох, эта игра. Смотри. Встань нормально, тебя люди смотрят. Чу-чу-чу-чу. Я тебя сейчас вызову. Я вам гарантирую, он там в безопасности. Если поезд не поедет. О, поезд едет! Мужик! Мужик, вставай! Мужик! Мужик! Нет! Так, хорошо, ладно. Он сам виноват. Что ты ломаешься-то, ну? Еще немного. Нет, ты не можешь сломаться. Что делать будем? Скорее! Выкинул в офис куда-то. Наверное, у этих демонов огромные страховые взносы. Ребят, вы там в порядке? Человек-паук такой мудак все-таки бывает временами. Сейчас мои барабанные перепонки лопнут, а потом у всех остальных. Come on! Так, хорошо. Я, по крайней мере, показал, что Человек-паук может убиться. Может. Ты что-то поздно, Мэй. Как дела? У нас же сегодня запланирован ужин. А, точно. Прости, я забыл. День был сложный. Нам закрыли финансирование. О, Питер, мне так жаль. Да красивая она, по-моему. Ты чё, очень красивая. Ох, идиот. Рад видеть вас снова вместе. Стэн Ли. Вы двое мне всегда нравились. Серьезно? Лол, круто. ГГ. А, за 22 месяца. Смотрите, я прошел игру, и я не знал, что можно делать вот так. Не-не, не так. Я тебя знаю. Хорошо. Да, такой вот этот вот нуар, типа, я в печальке такой, ставь лайк,